ребят, с вами я, питерский обзор игр. Кстати, ребята, найдите Настю Фисенко ВКонтакте. Кстати, ее канал Константин Фест, да. Вы не слышали? Вот Толя бегает. Вон Толя бегает. Толя! Приди! Ой, блин, купи пельмешки, Толя! Кстати, ребята, угадайте, кто самый крутой ютубер? Кроме А4. Конечно же, я и Константин Фес. Нет, Настя и ее папа. У них 60 миллионов. Что Толя прячется? Хватит троллить, я больше не буду так делать. Толь! Не будь его. А ты откуда меня знаешь? Я тебя не знаю. Это а тихо. Он меня знает, блин! Я с тобой познакомился дня 3 назад, наверное. 3-4. А, нет, я с тобой познакомился где-то 5 дней назад. Да, 5 дней назад. О, нет, да, 4 дня назад. Или 5. Это 4 было? Это Big Boys, это просто Toys, это Big Boys. Что мне выбрать, говно или Black Star? Ребята, если что, я ушел из Black Star. Знаете, как вам поставить 100 лайков? Если вы с крыши спрыгнете, посмотрите, что делать. А что, я уже без 5-этажки? Давайте в детскому садику боем. У нас есть 5-этажка, вот, смотрите, один. Ребята, пожалуйста, ребят, купите говно для мы меня. Мы на 5-м живем, вот, 5-этажка, прыгайте. Я имел в виду с крыши. Это Big Boys, это Toys, это просто Big Boys. Ребята, это LJ. Смотрите, вот LJ. Если кто не знал, всем пока.